Красавица, с годовщиной, родная. Какое чудо. Совсем как ты. Бронсон энд Дженкинс. Фармацевтическая компания. Продажи за 25, а с понедельника в два раза меньше. Вот теперь я вас слушаю. Что, черт возьми, происходит? Это все Говард. Мы абсолютно ни в чем не виноваты. Я верю, что вы не знали о деятельности своего мужа, и потому я удовлетворю ваше прошение. 100 часов общественных работ, начиная с сегодня. Добро пожаловать в центр для слепых. Слабовидящим осязание заменяет зрение. Не бойтесь, если он до вас дотронется. Сюзанна Датчман. Тяжело в наше время с такой фамилией. Он мой муж. Уверен в жизни, он приятный человек. Стыдиться совершенно нечего, он вспомнил, что... Погодите, это самый важный момент в книге. Именно сейчас Анна понимает, что она больше не может убеждать себя, будто она довольна своей жизнью. Либо придется пойти на огромный страшный шаг, который кардинально изменит ее жизнь. Либо... До конца своих дней задыхаться в привычной надежности. А по ночам грезить о любви, которую так и не познала. Сам когда последний раз был женщиной? После жены ни разу. Поужинайте со мной сегодня, я покажу вам Париж. Можно задать вам вопрос? Как вы выглядите? А вы посмотрите сами. Я вижу, что вы прекрасны. Я хочу увидеть то, что видите вы. Как мне сохранить единственную незапятнанную вещь, что осталась в моей жизни? 14 июля. Он уже тонул в пьянящих волнах ее аромата и решил с головой нырнуть в ее благодать. Больше ты, Сюзанну, не увидишь. Я перестала понимать, что происходит. Иногда истину, прошу, вернись. Все ошибаются. Разглядеть сложнее всего. Перейдешь эту границу, Сюзанна, твои грезы наполнятся упущенным наслаждением, непознанной любовью. Что-то изменилось. Слепец.